Одесса с гордостью несет звание культурной столицы Украины, интеркультурной гавани мира и поддерживается этот самым различным количеством самых разнообразных проектов. В том числе городская власть оказывает очень большую поддержку творческим работникам. Сегодня мы провели заседание 4 комиссий по начислению стипендий и надбавок членам творческих спилок, народным артистам, непосредственно Союзу писателей Украины, а также одаренным детям Одессы. Очень приятно, что мы получили очень большое количество заявок, обращений, аргументированных, мотивированных. Действительно, Одесса полна талантами, и комиссии было достаточно сложно выбрать определенное количество людей, но, к сожалению, бюджет ограничен, и поэтому это был очень жесткий, очень профессиональный отбор путем открытого голосования, в котором принимают участие не только и не столько чиновники, сколько именно творческие деятели, представители союзов. И общим голосованием было принято решение удостоить наград, стипендий и надбавок лучших из лучших. Мы приняли все решения по начислению этих надбавок, и они будут опубликованы соответствующим образом, и в течение этого года, каждый месяц эти люди будут получать стипендии городского головы. Эта комиссия проводится каждый год, и начисление производится на Новый год, на наступивший год.